Продолжаем выпуск. Дорожные рабочие устроили несанкционированный ремонт. Сегодня ночью, без согласования с ГИБДД, органами технического надзора и городских властей, фирма полностью зачистила верхний слой покрытия и положила новый. Работы проводились в двух кварталах – улица Горького, Декабристов и Робеспьера Профсоюзов. Участок Горького, Декабристов с лета 2012 года переделывается уже в третий раз. Две недели назад подрядчику было предписано с первым потеплением залатать дыры, а с наступлением ремонтного сезона сделать здесь капитальный ремонт. Насколько качественным был ночной ремонт, решит экспертиза. У городских чиновников уже появились сомнения, а ГИБДД уже наложила на подрядчика два штрафа за нарушение регламента ремонтных работ. На объекте отсутствовали органы технического надзора. Качество работ сегодня явно подвергается сомнению. Технология на сегодняшний день явно нарушена, потому что в весенний период времени такие работы можно выполнять при температуре плюс 10 и выше. Ночью у нас было минус 7. Поэтому однозначно работы выполнены некачественно. В ближайшее время мы проведем лабораторное испытание дорожного полотна. Во взаимодействии с органами ГИБДД города достигнута договоренность о полном запрете деятельности данной управляющей компании на территории города Красноярска до момента реабилитации и прохождения всего полностью перечня необходимых согласований.